и смело, насколько работает на огромных трамплинах. Но пока затерялся где-то в середине списка, даже ближе к его второй половине. Роберт Кранец – единственная реальная надежда от Словении. Способен на все, что угодно. Смотрим. 106,4 – очень высокая разгонная скорость. И... отлично! Оп-оп-оп-оп-оп-оп! Вот это было, конечно, тревожно. Отсаживался назад и ловил. Баланс – первый прыжок за 220 за сегодняшний день. Совсем другая история, не правда ли? 223,5, да, минус, конечно, будет. Ветер с точки зрения судей был слишком благоприятен. И чуть-чуть он давал компенсацию, подкручивался. Поддерживал себя, но все слилось в этом прыжке, согласитесь. Если уж в Бад-Миттендорфе Роберт Кранец себя показал вплоть до призов, то здесь сам Бог велел. Целый год он шел к этому турниру, но можно идти и в финальной фазе вообще сгореть, как свечка. Именно из-за того, что ты настраиваешь себя на протяжении столь длинного времени. Это не про Кранец. И второй. Вот эти идиотские компенсации, конечно, вот в этом плане.